Здесь открывают новые имена и создают яркие события. И если вы живете творчеством, то наверняка уже знаете о молодежном центре, которому в этом месяце исполнилось 18 лет. Цель молодежного центра – находить и открывать новые имена талантливых и амбициозных личностей. Музыканты, поэты, художники, танцоры и театралы здесь рады каждому, кто занят творчеством и кто хочет реализовать себя через искусство. В молодежном центре «Новые имена» есть несколько пространств. Музыкальный коворкинг «Волна» с 2012 года повидал немало музыкантов. Здесь есть все для того, чтобы стать звездой. Аппаратура для качественного звука, две площадки для проведения концертов, свет, зона для электроинструментов и, конечно, студия звукозаписи. Еще одна площадка – молодежный творческий бизнес-центр «Пилот», художественная лаборатория «Шутки», тренинги по режиссуре и актерскому мастерству, студия фехтования, старинного танца и свободный театр. Это лишь малая часть того, что можно здесь найти. В этом месяце «Новые имена» отпраздновал свой 18-й день рождения. И в честь такой даты давайте вспомним о самых значимых проектах и достижениях. В 2006 году в Красноярске организовали музыкальный фестиваль «Новые имена», который до сих пор открывает нам потрясающие группы. Фестиваль уличного искусства «Крась» проходит с 2009 года. На него съезжаются участники не только со всей России, но и из Европы и Азии. А дизайн-цех «Сибирские бренды» – уникальный проект для молодых дизайнеров одежды или аксессуаров. Тут они могут выйти на новый профессиональный уровень и покорить мировые вершины. За 18 лет столько всего было придумано и реализовано. А сколько всего еще ждет нас в будущем? Сколько новых имен еще будет открыто?